Нет, вы ошибаетесь. Это вы остаетесь с ним в сердце вместе. А он с вами в сердце не вместе. Он просто, ему нравится с вами общаться. Скажите, а почему, когда я так работала над собой, сценарий моей жизни все равно остался, результат судьбы такой же, как и раньше? Какой сценарий? Почему вы так думаете, что это ваш сценарий? У вас наоборот все меняется. У вас вы от иллюзий почти избавились уже. Ваш сценарий как раз другой. Вам надо было избавиться от иллюзий. И вы от нее почти избавились. Значит, влияет на свою судьбу уже. Все нормально. У меня не непреодолимая семейная? Конечно, нет. Вам надо просто выйти из-под иллюзии. Вам надо учиться понимать, как создавать семью. Вы не знаете, как создавать семью. Нужно общаться с человеком в реальности. Но это начинать не с мужчин надо. У вас подружки есть? Одна есть. Одна? Вот пять, когда будет, тогда будете думать о семье. Вы должны начинать с людьми учиться близкие отношения строить. Отношения любви женщина должна учиться строить с людьми. Иначе она не сможет построить с мужчиной такие отношения. Потому что она быстро попадет под влияние иллюзии. Люди, когда наедине с собой живут, они не могут быть трезвыми. Нужно очень много отношений. Тем более, что когда женщина создает отношения с мужчиной, она должна активно общаться со своими подружками на эту тему. Потому что женский разум силен, когда он объединен. То есть мужчина силен индивидуальным разумом, а у женщин сила в разуме в коллективном разуме. Это очень принципиальная разница. У женщины индивидуальный разум очень слабый, коллективный очень сильный. Если у женщины много подружек, много как бы, а наставник должен быть также. Она вообще никогда не проигрывает ситуацию. Ваш проигрыс означает самостоятельное мышление, уединение в свою
самостоятельную, одинокую жизнь. Одиночество разрушается не через отношения с мужчиной, это иллюзия так думать. Одиночество женщины разрушается через общение с женщинами и с родственниками. Мне нужно избавиться от этого, все правильно? Вам надо избавиться от одиночества. Означает начать общаться с подружками, искать подружек, общаться с ними, любить их, учиться служить им. Человек отвалится сам. Человек не может избавиться от счастья. Без счастья жить невозможно. Вы счастье сейчас чувствуете от него. А счастье надо чувствовать вам, не от него. А от своей жизни, которой вы живете сейчас. Нужно любить родственников, любить подружек, любить собачек. Ну, то есть нужно, чтобы ваша энергия любви потекла в жизни в целом, не в сторону мужчины. Поймите, что любовь женская в сторону мужчины имеет только и очень эгоистическую природу. Эгоистическая любовь человека не развивает. Он не может развиваться как личность. На том этапе развития, на котором вы находитесь, вы не сможете сейчас познакомиться с мужчиной. Потому что вот эта эгоистическая энергия, когда вы начинаете влюбляться, она вас вводит в иллюзию. Вы начинаете человеку приписывать то, чего у него нет. Для того, чтобы это преодолеть, вы должны учиться любить людей. Начинать с женщин надо, из близких, служить им, заботиться обо всех. Все, что судьба дает, надо это использовать. И когда это у вас появится, у вас психика станет устойчивой очень в отношениях с людьми. Ваш разум станет сильным. Тогда вы можете уже строить отношения с мужчиной после этого. Спасибо большое. Спасибо вам. И вот то, что я вам сейчас рассказал, это результат вашей молитвы. Запомните, человек ничего сам не может без санкции сказать. Если я что-то говорю, значит, я это почувствовал из того же источника, который пришел к вам во сне. Ваша молитва дает плоды. Я вам говорил об этом уже в самом начале.